преимущественно авторская музыка. Нашей замечательной пианистки Юлии Перминовой. Поприветствую тебя, пожалуйста. Майя. И начнем мы с Юлиной пьесы, которая называется «The Grinch». Пьеса о том, что в этом мире очень тяжело оставаться радостным, поддерживать себя в состоянии радости. Но нам кажется, что это обязательно нужно делать, чтобы не реагировать ни на какие внешние раздражители и сохранять внутри тепло, свет, гармонию, свой какой-то мир внутренний созидать. Итак, «The Grinch». To see the morning glory of sunrise, I want to feel the real joy and peace inside me. Whenever I imagine, I can realize whatever dream. It makes me sad, but days have gone and minutes rush. I'm stuck again. I look around and all I see is mindless driver and a train. Thank you.
специально загулявшего нашего гитариста. Его зовут Максим Шибин. Приветствуйте его, пожалуйста. Я хочу вам с удовольствием представить вообще артистов, которые с нами сегодня играют. Это Андрей Красильников, саксофон. Антон Ливнюк, бас. Игнат Кравцов, барабаны. Мы продолжим с моей пьесы, которая называется «Рождение». И она посвящается моей маленькой дочке, которая ждет меня дома. Ее зовут Агаша, ей год или два месяца. И пьеса была написана просто вот от ощущения какого-то переполняющего такого счастья, которое меня настигло в какой-то момент. И родилась эта пьеса «Рождение». Thank you.
Bye.
Thank you.
Сейчас раздается барабанная дробь. Я с вами поделюсь вообще одной историей. Дело в том, что дедлайн такая штука есть в мире, и она творит удивительные совершенно вещи. Дедлайн. Потому что вот эта музыка, она была написана недели три назад. Я ее крутила и вертела, и по-всякому ее представляла себе. Но вот текст, ну, никак не рождался. Открою вам маленький секрет. Текст к этой песне был написан фактически сегодня днем, пока мой ребенок спал. Потому что уж очень хотелось мне с вами ею поделиться. Поэтому не обращайте внимания на вот такую книжечку, она подходит в тон, поэтому все в порядке, все чинно, прилично. Пьеса называется «Колыбельная». Честно говоря, я вообще думала о такой отдельной программе вообще на русском языке, в которой будут звучать разные колыбельные и близкие к колыбельным песням. А здесь будет такой микс из одной народной темы, которая называется «Ты рябина ли?» и из моей оригинальной музыки. Вот, «Колыбельная». Ты рябина ли, рябинушка? Ой, да ты рябинушка, кудрявая. Ай, ай, Пашка моя вечная.
небесная, мир засыпает вместе с тобой. Прежде никогда не ощущала я так явно связь времен от души. Thank you.
Волшебный свет, эй, дай, я спорю, колыбельную я.
следующем номером нашей программы будет Юлина пьеса, которая называется «Around the Sun» — «Вокруг солнца». Thank you.
единственная не авторская пьеса, которая будет вряд ли узнана, если ее не озаглавить. Это будет пьеса Джорджа Гершвина, которая называется «Someone to Watch Over Me». Прозвучит она в юльной аранжировке, поэтому не удивляйтесь, что ничего общего с традиционной джазовой балладой сегодня не будет. Вами услышал. Но это не отменяет красоты этой музыки и нашего интереса к тому, чтобы ее сыграть. Итак, «Someone to Watch Over Me». Thank you.
предпоследняя, которая песня сегодня прозвучит, это будет моя пьеса в непривычном фанковом духе. Называется она «We can fly», мы можем летать. Thank you.
большое. Мы рады снова видеть на сцене Андрея Красильникова, нашего замечательного саксофониста. И мы заканчивать будем наш концерт народной темой, которая называется «Ты река моя реченька». Thank you.
Надеемся вас увидеть вновь. Спасибо огромное. До новых встреч. Счастливо.